Да, нормально холодится, да? Да. Симпатично. Отлично. Как же был танцевать? А ты? Если он будет длинный, а она в платье расклеится, она танцует. А ты забываешься? Да. Это он не пьет. Вперед, это хорошо. А потом что? Когда мне кладу руку, ты мне кладешь. А ну, потом что? У меня так напряженное лицо, когда ты мне сильно кладешь. Ты понимаешь, что с этой вещью будет вообще... У меня платье. Все движения будут скованы. Вот я ставлю руку, закручиваюсь, мы делаем вот это движение. А потом? Что, без эмоций будешь теперь за своего мейкапа? С эмоциями. Так, потом... Пальчик. Ну все, в принципе, забудется. Мы рады, что наконец-то вы скрепили железно, железобетонно, так по-нормальному свою жизнь. Ну и чтобы было у вас всегда все дружно в семье, слушались друг друга, не перечили друг другу, любили, шагали по жизни рядом все время. Чтобы прожили долгую жизнь, счастливую. Наши дети, любимые наши дети, берегите друг друга, любите друг друга. Пусть Господь будет, бережет вас и вашу семью. Счастья вам. Совет да любовь. Yeah, you're going far. You don't ever need to put yourself down. I'm not a All I wanna do is treat you bad. Oh, all right. All I wanna do is treat you right. Мы, когда что-то вспоминаем, мы вспоминаем не какие-то детали, да, мы вспоминаем всегда наше состояние в этот момент. И я вам желаю, чтобы ваша совместная жизнь всегда была наполнена только позитивными эмоциями. Желаю вам радоваться друг другу, радоваться совместному времяпрепровождению. Наслаждайтесь друг другом, жизнью, любите и будьте любимы друг другом. Счастья вам и гармонии. Поздравляю вас, дети. Добро пожаловать в нашу семью, Ангелина. Очень рада этому событию. Наконец-таки вы так долго думали, шли к этому, и все мы дождались. Я думаю, вы будете отличной семьей. Так, я более-менее не пойму вот этого.
Вау! Будем целоваться? Здравствуйте, дамы и господа! Уважаемые гости! Все, кто любит Альберта и Ангелину, все, кто хочет разделить с ними этот счастливый день, собрались на этой прекрасной, красивой площадке. И вот настал тот волнующий момент, когда по этой тропе счастья сейчас по очереди к подиуму подойдут влюбленные. И первым я хочу пригласить жениха. Встречаем Альберт! В его душе и перед его глазами стоит один единственный образ той женщины, которую полюбил именно он. Встречаем Ангелина! Вы сейчас не просто держите друг друга за руки и смотрите друг другу в глаза. Вы ощущаете прикосновение человека, с которым вы проживете всю оставшуюся жизнь. И я прошу перед лицом всех гостей, глядя друг другу в ваши любящие глаза, ответить друг другу в первую очередь, готовы ли вы подарить друг другу свое сердце и связать свои судьбы на всю оставшуюся жизнь. Аплодисменты! Кольца как знак обещания не просто любви и верности. Кольца как знак того, что вы принадлежите только друг другу. И я прошу Альберта надеть кольцо Ангелине. До этого момента, ребят, вы были жених и невеста. И только что вы стали мужем и женой! Аплодируем мужу и жене! Посмотрите, как радуются гости! И вот теперь вы начинаете вместе, рука об руку, свое счастливое шествие в вашу семейную жизнь! Встречаем молодоженов! Ура! Альберт, твоих родителей, Ангелина, твоих родителей. Прожив много-много лет, я и Роберт, мы объединили вот семьи. Мы прожили много лет. Дети, семья, дом и все остальное, все у вас будет. И у вас есть прекрасные два примера. Вот, поэтому есть к чему стремиться, ребята. Много-много-много вам лета. И много-много семейной прекрасной жизни. Цените, любите и уважайте друг друга. День сегодня будет твой, не грусти, не надо. Хочешь, этот мир вокруг станет твоим. Кто сказал, что ты один? Для печали нет причин, нет причин.
один, а я за тебя в огонь. Я стану твоей судьбой, я буду звездой небес, что путь указать тебе. А я для тебя живу, все боли твои возьму. Не бойся, иди со мной, но сердце свое открой, ведь я с тобой, с тобой, я с тобой. Через дали всех разлук я тебя услышу, тихий вздох и сердцу стук рядом со мной. Я буду звездой небес, что путь указать тебе. Все боли твои возьму, не бойся, иди.